Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ни для кого не секрет, что кожаные изделия сегодня продолжают радовать самых заядлых модниц. И уже ни для кого не секрет, что эти наряды выбирают не только юные модницы, но и взрослые дамы. Мы собрали для вас яркую коллекцию, которая ассоциируется с драгоценностями. Зеленый, изумрудный, глубокий, насыщенный цвет спокойствия. Ну а про этот цвет, василек или электрик, многие модницы могут сказать, что это цвет миллионеров. Он яркий, как вспышка световая. Вы будете в центре внимания. У нас есть также бордовый цвет. Я его называю цвет интеллигенции. Ну, нравится он мне. Цвет бургундского вина называют французские кутюрье. Мы называем вишневые оттенки бордо. Итак, друзья, напомню, что пока у нас все цвета в наличии, размеры от 48 до 58, но есть еще один цвет. Вы обратили внимание на темно-синий цвет королей? Вот сегодня для себя я его и выбираю. Выберите вы для себя свой любимый оттенок и дозвонитесь как можно быстрее, потому что их у нас очень мало. Давайте посмотрим на подиум, с чем сегодня мы предлагаем вам сочетать тунику. Оля выбирает для себя кожаные брюки. Они представлены у нас в черном и синем цвете. Брюки называются «Леонора». Анастасия Меньшикова тоже выбирает для себя идеальный брючный ансамбль. Брюки «Леонора» черный цвет и туника «Ариадна» 50-го размера, яркий василек. Настя носит размер 48-50. Выбирая удлиненную тунику, выбирайте больше, тем более, что туника закрывает бедра. Вы можете себе представить, сколько вещей вы сегодня можете закупить на телеканале «Шоп энд Шоу». При этом вы не будете бегать по душным магазинам. Из магазина в магазин нужно пробежать столько раз, чтобы еще и найти большие размеры. Сегодня для вас самый выгодный шопинг. Распродажа. Продолжаем. Ну что ж, Оленька, меня, конечно же, подкупает здесь дизайн. Очень яркое сочетание эффекта кружева, аппликация и эффект кожи. Ну что ж, напомним, что сегодня многие дизайнеры выбирают альтернативу натуральной коже. Так и здесь. Речь пойдет о трикотажном вискозном полотне с голографией напыления лазером под гладкую глянцевую натуральную кожу. Но ни один кожаный материал не будет таким мягким, как наш. И потом, не всегда да, нам бывает уютно и комфортно в натуральных кожаных изделиях. Другое дело трикотажно-вискозное полотно. Во-первых, ваше тело будет дышать, а во-вторых, свободный крой позволит вашему телу чувствовать себя комфортно в течение дня. Вот, комфорт превыше всего, на мой взгляд. Нет, красота красотой, но если мы еще и комфортно себя ощущаем целый день, разве не об этом мечтаете вы? Но не печальтесь, если у вас 52 размер, выберите другой оттенок. Тут дело не в цвете, тут дело успеть дозвониться и заказать для себя тунику по нереально низкой цене. Ну что ж, Оля, я сейчас нахожусь на подиуме для того, чтобы от дизайна перейти к эффекту стройности. Любая вещь, которую вы выбираете, вы должны быть уверены, она не только подойдет для вас, она будет корректировать ваши формы. Вы обратили внимание на соединение нашего кружева. Во-первых, здесь идет рукав реглан. А если мы вспомним формулу стройности, то именно рукав реглан корректирует область верха. Свободный крой нашей туники, а силуэт будет корректировать область талии и область бедер. Именно в такой тунике себя будут превосходно чувствовать дамы, у кого есть нюансы в этой области. Тип фигуры яблочко, как у Оленьки Грядуновой, прямоугольный тип фигуры, как у Евгении. А если у вас прекрасные бедра и вы хотите их подчеркнуть, то в нашей тунике все будет заметно. Ваши все идеальные формы будут, что сказать, на лицо, а все, что надо скрыть, будет скрыто. Итак, друзья, тунику я лично люблю за то, что я в ней могу максимально расслабиться и получать удовольствие от жизни. Можно и тортик покушать, можно и плотно покушать, и никто этого не заметит. Посмотрите, никаких изъянов, идеальная фигура. Вообще, Оленька, если вспомнить, это хит наших модных рубрик. Давайте посмотрим сейчас на область декора. Это касается не только вставки под кружево. Кстати, многие сейчас звонят и просят: Света, а расскажите про этот материал, насколько он практичен? Это аппликация, это уже готовая ткань. Сделана аппликация на сетчатом вискозном шелковистом полотне. Посмотрите, этот материал просвечивает, но даже хорошо, что он просвечивает, воздух будет проходить через отверстие, а аппликация пришита. Значит, во время носки и стирки она не потеряется. Еще один момент, это молния. Она функциональна и относится к украшениям на нашей тунике. Сделанная под золото, эта молния разбавляется.
разбавит ваш золотой ансамбль. Например, вы надели золотые серьги или золотое колечко. И здесь мы видим с вами тоже имитацию золота. Ну что ж, мне нравится. Это туник прям вдохновляет. Тут видно, что дизайнеры душу вложили, когда составляли такую красоту.